ты можешь это себе сделать, тогда у тебя эта рана заживет не за, как я сказала, за 3 недели, когда ты можешь уже все делать, а буквально за 1 неделю. Все затянется и заживет, как, потому что экзозомы делают починку, омолаживание, и все раневые поверхности максимум за неделю затягиваются. Поэтому мы знаем, что они так работают, потому что их начали принимать при ранах ожоговые центры. И люди с полным обожженным лицом после переливания экзозомов через 7 дней они уже выглядели, как будто ожога и не было, даже 3 степени. Вот. И понимая, как они работают на раневые области, я стала принимать это после родов. И когда люди вот прямо выходят из роддома, выходят и переливают себе экзозомы, у них через неделю закончилось заживление. И это я знаю точно. Поэтому можете себе такое позволить, если можете себе такое позволить. А тогда у тебя будет... Ну, как мы Денису будем их завтра переливать, можете себе завтра перелить тоже. Ну, наберешь сейчас это, наберешь эти, у меня есть вся информация, тебе там посчитать. Вот, то есть это классная вещь, которая омолаживает. Ну, она, я же так понимаю, она в принципе запускает процессы всего. Да, омоложение ДНК, то есть возвращает твой ДНК на пару лет тому назад. Просто, может быть, после родов действительно есть смысл там эти все процессы регенерации запустить, чтобы оно эти клеточки восстановило все. Это я после родов, это уже... нечего доказывать, потому что мы уже видим, что те, которые постарались себя сразу... То есть она молоко, то, что я как-то ничего не контролирую? Нет, это же цепочка, это же структура. Это просто тебя возвращает на несколько лет назад по уровню твоей программы ДНК. Потому что ДНК, она имеет свой процесс мутилирования своих окончаний, которые приводят к старению. И что делает экзозом? Он очищает эти метилированные группы и очищает свой ДНК от этих колпачков, как я называю, которые меняют программу с каждым возрастом, с каждым годом. И когда эта чистка ДНК происходит, тогда тебя возвращает на несколько лет назад, когда было меньше метилированных окончаний на ДНК. Спасибо. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо, мадам. Все, до встречи тогда. До встречи, до завтра. Можно вас там еще помнить?